Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Танцевальный флешмоб прошел в Петропавловске. Его посвятили пропаганде безвозмездного донорства крови и органов. Волонтеры исполнили танец, а затем раздали зрителям информационные буклеты. Таким образом, координаторы проекта пытаются привлечь внимание казахстанцев к проблеме донорства. По инициативе Минздрава акции пройдут во всех городах Казахстана до конца года. Мы бы хотели этой акции обратить внимание населения именно города Петропавловска о том, что у нас на сегодняшний день актуальна проблема донорства трупного и также добровольного безвозмездного донорства крови. Это необходимо, и это нужная акция – сдавать добровольно и безвозмездно кровь во имя спасения жизни.